Друзья, всем привет. Часто тиммейты мне задают один вопрос. Как ты передвигаешься в танце? Ну и я сегодня решил всем рассказать эту тайну. Глядишь, и пригодится кому-нибудь. Ни для кого не секрет, что в игре есть эмоции. Включая эмоции, можно исполнять танец. Если, конечно, он у вас есть в инвентаре. И многие из вас видели людей, которые передвигались. Так сказать, кружились в танце. Как же это делать? На деле все просто. Вам необходимо сначала запустить эмоцию, которую вы выбрали, но потом сразу нажать две кнопки на вашей клавиатуре. Кнопки Alt и F4. Нажав всего эти две клавиши, вы сможете перемещаться, передвигая своего персонажа мышкой и клавишами, стрелочками на клавиатуре. Как видите, все легко, пользуйтесь. Ну а на этом видео заканчивается. Да ладно, ладно, шучу я. Но Alt и F4 все равно попробуйте нажать. Вдруг не шучу. Как же все обстоит на самом деле? Давайте перейдем в магазин. Зайдем в раздел эмоции. И вы все сами своими глазами увидите. К примеру, выберем эту эмоцию. Мы видим, что в описании эта эмоция может двигаться. Читаем описание. И видим, чтобы перемещаться, исполняя эту эмоцию, этот танец, нужно нажимать кнопку вперед. То есть просто зажать кнопку W. Наверное, уже каждый догадался, что эмоции просто разделяются на те, которые могут передвигаться и которые лишены такой возможности. Ну а над друзьями, которые вам задают такой вопрос, можно прикольнуться, сказав, какие клавиши нужно нажать. Ну а на этом видео будет заканчиваться, а я с вами буду прощаться. С вас, как всегда, лайк, подписка, комментарий. Всего вам доброго, друзья. До свидания.